Давай, давай. Так, еще косарик, косарик. Ага, молодец. Всегда рад видеть тебя на тренировках, Колян. Привет всем, с вами команда Patriots. Мы в нескучном саду сегодня. Очередной выходной день. Сегодня воскресенье, поэтому Сани с нами опять нету. И сегодня только я. Но зато сегодня мы собрали почти всех участников, потому что у них прошел второй месяц тренировок. И пора посмотреть, что они научились делать. У меня есть обновленный лист со всеми целями, видите? Здесь даже где-то плюсики стоят, минусики. И посмотрим, чего они смогли добиться. Начнем мы с Виктора. Виктор. Выходы, да? А, ну да, в общем, там цель была к концу августа 15 выходов. Вот раньше, два месяца назад, мог делать где-то штук 8 очень кривых, очень неправильных. Сейчас уже почти 10, где-то 9-10, и уже гораздо лучшего качества. Сейчас пытаюсь обрезать. Давай, покажи нам. Сколько ты сделал? 11. 11. Ну это больше, чем 10, да? И качество такое нормальненькое. Ну вот уже лучше, чем было. Лучше. Тогда вообще кривые были, сейчас уже лучше. Ставьте лайки, если вам понравились Витины выходы. А по остальным упражнениям у тебя есть прогресс там? Подтягивания, брусья? Ну вот подтягивания я как сделал 41, дальше сместил акцент на выходы и на сжимание от брусьев. Поэтому в подтягивании сейчас примерно 40 раз и осталось. Угу. Ну брусьев понемножку расту. Все, да. А, у тебя еще фристайл фишки. Научился чему-нибудь? Я их не учил пока. Времени. А на видосах смотришь, которые мы показываем фристайл фишки? Ну, последние два не видел. Второй герой нашего видеоблога, Михаил. Как прошел месяц? Месяц прошел замечательно. Результаты улучшились. Сейчас попробуем сделать медленный выход. Давай. Без перчаточек будешь пробовать? Да, да, извините. Ну давай. Но это не медленный выход. Не совсем, может быть, медленный. Ну, совсем не медленный. Ну, попробуй в перчатках, на самом деле, с проворотом кисти, чтобы было. С проворотом? Будет лучше, да, и с полного виса старайся. Хорошо. А с выходами у тебя как ты хотел увеличить? С выходами нормально. 7 сейчас делаю спокойно. Но пока не готов показать, да? 10 не готов показать, как запланировано. Ну ладно. Ладно, подождем. Будем следить за твоими успехами. Кто у нас тут? Кто у нас Сергей? Сергей, 50 подтягиваний, да, цель? Цель 50, да. А, ну давай. Давай покажешь, сколько ты сейчас. Давай в ту сторону лицом тогда. Давай, давай, максимум прям, фигач. Вот что значит быть партнером Ютуба и хотеть, чтобы ваши видосы не блокировали за использование музыки, приходится самим что-то делать. Давай еще. Еще, не помогай ногами. Еще. Давай еще один. И еще один. Сколько-то? И еще один, не помогая ногами. У тебя руки держат, нормально все. Ты можешь еще. Еще можешь, это вообще четко было, да? Да? Главное, дыши нормально, и все будет хорошо. Как-то они легко идут, легко идут. Главное дышать, не забывай. Давайте подключайтесь к флешмобу, давайте снимать это на видос. И такая тишина на площадке.
Давай. Все как-то очень спокойное выражение лица. То есть нет усталости, да, никакой такой. Очень спокойно. Сколько ты было все, или ты не читал? 23 из 50, нормально, время еще есть. Время есть. Красава. Красава. Ты хотел 50 на брусьях еще научиться, да? Посмотрим, сколько сейчас есть. Посмотрим. Мальцы. Да. Максимум. Максимум. Старайся ноги держать все время согнутыми и не разгибать их туда-сюда. Над качеством тебе еще очень много работать. Да. Очень много работать над качеством. Это будем. Ты увидишь на видео, что качество не очень. Так, Игоря нет, Сергей молодец, Виктор ушел. Есть Егор? Да. Что? Что, как ты? Я прошел месяц. А, месяц? Месяц прошел, да. Твой. Месяц круто прошел. Это хорошо. Хорошо? Ставьте лайк Егору. Не знаю, почему спросил. Почему так? А сейчас лесенку делаешь? Ну, потому что у нас же отчетный, видишь? У нас герои отчитываются за прошедший месяц, чего они достигли. Я отчитаюсь в конце лета за 10 выходов, чисто. Давай, давай. Мы запомним это. YouTube все помнит. Специально говорю на камеру, чтобы... А ты сейчас бруси делаешь, а потом еще выходы. Не, выходы у меня же не будет. Да, нет, ты должен делать выходы. После брусьев ты должен делать выходы. 10 подходов еще. Поверь мне, если ты хочешь результат, ты должен тренить как результат. Хорошо, я попробую. Но... Давай, делай. Молодец. Давай. Здорово, Серега. О, здорово. У нас Серега есть с нами через FaceTime. FaceTime? Да. FaceTime. Вот Сережка. Здорово. Как ты? Нормально, сейчас тут на улице не очень хорошо слышно. Там какой-то решение. Наш вот. А, понятно. Здесь все! Здесь все! Никита, Стас, Гена, Турбо! Намек понял, Серега? Вот! Прямо вообще столько людей, замечательно! Мы видим, что как бы лагает все-таки передача. Чуть-чуть. Здорово! Нормально, нормально. У тебя был в планах улучшить свой результат на марафоне? Да, я его улучшил. На целых 7 минут. И за сколько ты пробежал? За 3 часа 37 минут. Круто. Это круто. Ты молодец. Привет. Современные технологии просто порой... Да, ты тоже ничего. Ну, до слез просто. Хотел сказать огромное спасибо, во-первых, что поддерживали, тренировали, потому что за счет функционалки воркаута, я считаю, что в том числе я улучшил свой результат. Конечно. Вот, поэтому я написал воркаут Раша на стене. Красава, молодец. Мы гордимся. Итак, следующий участник видеоблога Крис. Тебя не было пару недель, но все-то здесь знают, почему тебя не было. А остальным расскажи, что не тренировал. Не было, потому что я сделала себе татуировку.
пиво. На груди, да. Да, блин, серьезно. Я неделю мне вообще ничего не делать, ни подтягивания, ни отжимания. Поэтому я очень сильно ослабела. Вот. Но сейчас я набираю силу, я уже с резинкой зеленой, могу 7 выходов сделать. Это хорошо, да. Но у тебя не было в целях выходов. Ну да, я знаю. Я сейчас могу 6 подтягиваний. Из 10. Да. Покажешь нам? Ну я попробую сейчас. Попробуй. У тебя еще стойка на руках, или ты ее как-то вообще сейчас пока? Вот ты знаешь, у меня не получается стойка без перекладин. Вот это мой косяк. Я не знаю, что мне делать. То есть я падаю сюда назад. Баланс. Я без стойки не могу упасть вперед, но я падаю сюда назад. Я не знаю, как это исправить. Я покажу тебе упражнение, что у тебя баланс исправить. Сегодня. Подводный воркаут. Подводный. Не слушай, не слушай его, не слушай. Я не буду. Кашпировский. Перестань смеяться. Перестань смеяться. Это же воркаут. Здесь нужно быть серьезным. Блин, у меня ручка болит. Ставь кисти. А что, ну вот и стой. А сколько тебе осталось? Сколько тебе осталось? Сколько ты сделал? У меня сейчас 40 вниз, 13 осталось. Сейчас попробую. Вот, встань, просто встань. Да не, все уже у него. Не сгибай руки, нахера ты вот эту штуку делаешь? В смысле? Вот, я встал. Вот. Зафиксируйся, вот, просто. Вот и все, можешь, что ты врешь? Ну, это было тяжело. Ну, просто тебе потребуется больше времени. Да. Еще пару часов. Ну, нельзя уходить, пока не доделаешь тренер. Иначе будешь как я. А я не очень. Саня, зачем ты нас оставил? Саня! А, да, Колян, ты еще не передавал слова под Сане. Вот. Какую? Где он дотянул штаны до самого горла? На танц. Зайди в контакт, посмотришь. Угу. Ну, короче, дно ты, Саня. Ничего не выиграл. Оля и то лучше тебя танцевала. А ты видела, как она танцевала? Я видел, как она танцевала. Оля шикарно танцевала вообще. И танец он лучше смотрится, когда его девушки танцуют. Однозначно. Да. Сегодня, по-моему, дыхалка сбилась. Сбилась. Я когда пересматривал, я видел, вот да. Вот так вот прям как... Думаю, Саня, ну чуть-чуть, в ноги. Он как бруси делал. Да, не, я видел, да. Когда я пересматривал второй раз, ну, он мне сам сказал, что у него он проиграл из-за того, что у него выносливости не хватило. Я когда пересматривал второй раз, я увидел, что действительно там есть момент, вот когда все отказало. Да, да. То есть он уже вроде бы и готов делать, но дыхалка уже не двигается. Ноги и ноги работают, не сгибаются, да, особо. Но сейчас Саня тренит, поэтому ноги и дыхалку и все такое, что. Ну ладно, Саня, удачи тебе на танцах. А можешь больше к нам не ходить? Все, мы в тебя разочаровались. А ты делай, Брусси, делай. Я делаю, делаю. Не отдыхай. Сказывают разные вещи. Вот такая вот была сегодня тренировочка отчетная у ребят. Как вы видите, кто-то прогрессирует, кто-то не прогрессирует. Был еще Юра. Он вообще постеснялся на камеру. После своих громких заявлений по целям он постеснялся вообще появляться на камеру второй месяц. Подставься, пожалуйста, потому что тебя зрители не знают. Меня зовут Юра. Фамилию говорить? Нет, не обязательно. Да. Что ты хочешь, Юра, за полгода достичь на улице? Выход силой, 20 повторений. 20 выходов? 20 выходов. Нормально. Так, дальше. Отжимания на одной руке, 20 на каждой. Угу. Правильные, техничные. Так, полтинник подтягивания. Думаю, выполнимо. Ну, для начала 20. Угу. Ну вот, сотню на брусьях. Вот, что у нас, что у нас. Я немножко продвинулся в весе, но я вам не покажу. Вот, подтягивание на одной тоже немножко продвинулся, тоже не покажу. И отжимание в стойке на руках, естественно, конечно же, тоже продвинулся, тоже не покажу. Вот такой вот я молодец. Но приходите в Нескучный, потреним вместе, и как бы вы все увидите. Вот так. Или смотрите всякие репортажи по телевидению, там тоже все увидите. Вот, наверное, все на сегодня. Что, кто-то хочет что-то сказать на камеру, нет? Вот, ты хочешь что-то сказать? Нет? Не хочешь? Ты не хочешь? 26-27 мая. Все, мая. Я репортаж. Просил девочек приходить на занятия. Вы где? 20-го. Можете не отвечать, и так понятно. Поэтому они не ходят. Поэтому они не ходят. То есть это не только мне понятно, почему они не ходят, да? Как бы все поняли, да, вот после. Коля все сказал уже. Коля все сказал. Что? Что ты хочешь сказать? 20 числа будет видеоролик по воркауту, который обещал его сделать. Вот он выйдет. Ну выкладывай, мы посмотрим вот его. На воркаут СУ. А где же еще? Где еще? Окей. Окей, вот так вот.
В общем, пока.